«Чай как искусство». Здесь, в чайном пространстве Аншимти, в этом искусстве знают толк. И во время китайской чайной церемонии для начала мы, конечно же, знакомимся с чаем, любуемся его внешней красотой и его очень ярким ароматом сухого чайного листа. Вот, а я в этот момент прогрею, промою посудку. Если вы согреете этот чай своим дыханием и понюхаете его еще раз, то обратите внимание, насколько аромат его раскроется, проснется и порадует вас своими божественными нотами. Нам, суетным жителям 21 века, привыкшим топить в кипятке пакетики с веревочками, китайское искусство чаепития, требующее не только специальных приспособлений, но и постижения основ медитации, может показаться сложным и непонятным. Мы видим, да, что аромат все больше и больше раскрывается, но что очень важно обратить внимание в данный момент, это то, что мы еще с вами не начали пить чай. Для большинства людей чай — это напиток, и люди, ну, по сути дела, пьют чай, не задумываясь о его вкусе, аромате и так далее, а мы с вами еще не начали пить, но уже так много всего произошло. Основная цель чайной церемонии – раскрыть аромат и вкус чая. А здесь спешка ни к чему. Спокойное состояние духа – непременное условие церемонии. Предлагаю всем вместе поднять высокую пиалочку и изначально насладиться ароматом самого настоя. Сладкий, нежный. Чайных дел мастер Андрей Иванов знает о чае все. Это пространство открыл именно он. Здесь он приобщает к самым разным чайным действиям. Только что насладились китайской церемонией, а здесь место для японской. А этот уголок у нас посвящен чаще всего японской чайной церемонии. Она очень другая. Вообще в Японии тоже делают чай уже очень-очень давно. И Япония славится своими такими глубокими традициями, культурой, и в том числе чайной культурой. И японская чайная церемония одна из самых древних. Так что иногда люди хотят нечто более глубокое, погружающее в момент здесь и сейчас, и тогда мы опускаемся на землю и завариваем японский чай. Это пространство Андрей открыл для того, чтобы влюбить людей в чай и знакомить со всеми тонкостями его приготовления. Тут можно немножко лицезреть мою маленькую коллекцию чайников. Это, если вкратце, особенные чайники для заваривания особого чая. Смысл всех этих чайников заключается в том, что это не глазурированная глина, то есть грубая глина, и эти чайники влияют на вкус чая, то есть они помогают заварить чай лучше. Огромная их особенность и плюс заключается в том, что за счет того, что это грубая глина, не глазурированная, она понемногу впитывает чай, который вы завариваете в этих чайниках, поэтому со временем эти чайники начинают заваривать чай все лучше и лучше. Один такой чайничек может стоить и 500, и 1000 евро. Это ручная работа. Большинство сделано без гончарного круга. И их у настоящего чайного мастера, как правило, много. Ведь каждый для своего сорта чая. Их Андрей собирал по всему свету. На верхней полке награды чайного мастера. О них он говорит скромно, хотя на его счету несколько престижных международных премий. Побывал в Индии, Корее, Турции, во Вьетнаме и, конечно, в Китае. Именно любовь к Китаю объединила Андрея и Екатерину Бай. Она в этом чайном пространстве частая гостья. Екатерина преподает китайскую живопись и увлекается китайской культурой. Увлекается настолько, что даже открыла в Риге музей китайской культуры. И свою лепту в пополнение его коллекции – внес и Андрей. И, собственно, хочется вот эту историю передать, чтобы в музее было некое представление у людей того, в какой посуде заваривают китайский чай. Да? То есть это вот те самые чайник из той самой глины, про которую я уже рассказывал, да, с какими-то там поэзией, либо пожеланиями. По-разному иногда это поэзия, рисуется иногда пожелание.
маленькие пиалочки, из которых пьется китайский чай. Как один из подарочков вручаю на долгую память музею китайской культуры. О создании музея китайской культуры Екатерина мечтала давно. И когда в ее студии китайской живописи «Летящая кисть» освободилось помещение, поняла – самое время. Моя идея этого музея, нашей сокровищницы – это разговор. Чтобы люди приходили, у нас в планах наливать каждому посетителю китайский чай, и чтобы этот разговор зашел, чтобы задавали какие-то вопросы, чтобы можно было на них ответить, чтобы каждая вещь, которая, ну вот я тут произвольно беру что угодно под рукой, да, каждая вещь являлась бы поводом поговорить. Допустим, веер, это вышитый веер. Значит, можно здесь поговорить о вообще феномене китайского веера, какие веера бывают, а как они вышиваются, а где они вышиваются. Например, здесь это вышивка гладью из города Суджоу. И нарисован на ней, то есть вышит тоже город Суджоу. А что такое город Суджоу в Китае? Это на самом деле китайская Венеция. Это город, который полностью построен на каналах, озерах и реках. Экспонаты для нестандартного музея собрали быстро. Оказалось, ценителей Китая в Латвии много, и каждый с радостью что-то пожертвовал. Наш рассказ музея мы начинаем с самого главного. Я думаю, что такое Китай на самом деле. Китай пробует на вкус, и это питание. И здесь наш первый стенд – это больше про посуду, про китайскую кухню. Здесь даже есть экспонат, где мы можем почитать какие-то китайские рецепты. Ну, они даже на английском переведены, вы можете попробовать что-то приготовить. Конечно же, мы увидим китайские палочки. Если вы придете к нам в музей, мы научим вас их держать правильно, чтобы кушать. И дальше у нас уже стенд, самый наш главный на этой стене – это дракон. Следующий год – год дракона. И я думаю, что если вы хотите почувствовать удачу в следующем году, обязательно придите к нам в гости и как минимум поговорите с ним или даже немножко потрогайте. Тетрадки для иероглифов, настоящие китайские краски, котики, которые машут лапкой, традиционный китайский символ, чего тут только нет. Кстати, Екатерина планирует сделать отдельную выставку, посвященную этим игрушкам. Есть здесь даже оружие. Здесь вы можете видеть коллекцию, которую предоставили нам мастера школы тайчи, тайцзи цюань. Это восточное такое искусство движения. Оно изначально боевое, но это больше такое спокойное и плавное движение, где вы отдыхаете. С этими мечами можно пофотографироваться. Это учебные мечи, ими нельзя что-то порезать, но с ними очень здорово в каких-то позах может быть фотографироваться и почувствовать вот этот вес, вообще такую интересную культуру. А здесь у нас полочка, связанная с китайским свитком. И я, как преподаватель китайской живописи и каллиграфии, конечно же, рассказываю о том, что такое китайский свиток, почему это не такая картина, как у нас в рамочке, как это оформляется, из чего это состоит, как это рисуется. В это можно идти очень глубоко. И, конечно же, если вам захочется, вы можете этому обучиться у нас в студии. Это традиционный свадебный наряд. Да, в Китае женятся в красном, а не в белом. И вообще, здесь в музее очень много китайской одежды. Здесь у нас прекрасная ширма, которую нам тоже подарил китайский ресторан «Старый Гонконг». И здесь представлены сюжеты традиционных картин. Предполагается, что вот коллекция одежды, которую мы собрали, можно видеть ее здесь, в этом уголке. И мы будем пополнять эти коллекции, что вы можете приходить, мерить эти костюмы и фоткаться, фотографироваться в этих костюмах. И это, я думаю, будет украшением вашего Инстаграма. В шкатулку с китайскими сокровищами уже можно заглянуть и зарядиться яркими красками и дотронуться до золотого дракона, который приносит удачу. Елена Вихрова, Карлис Кемпелс, Латвийское радио 4, специально для Русала Сэм.